Всем привет! Сегодня рассмотрим новую машинку Andis Multitrim артикулом 24570. Если вы хотите приобрести эту машинку, переходите по ссылке zepsus.com. Ссылка будет под видео. Погнали, давайте ее распакуем, посмотрим, что входит в комплектацию. В комплектации у нас входит сопроводительная документация. Упаковано это вот таким образом. Давайте распакуем. Это у нас док-станция. Вот таким образом выглядит док-станция. В комплекте у нас идет масло, щетка, переходники под разные розетки, нам они не нужны, и шнур для зарядки. Машинка идет комбинированная, то есть вы можете напрямую либо через док-станцию заряжать. Длина шнура составляет 1,5 метров. А также у нас идет две насадки, но они двухсторонние. Первая у нас идет тройка, потом 4,5. Вы можете вот сами видеть внутри. Потом идет шестерка и девятка. То есть у нас в общей сложности выходит 4 насадки, если не учитывая, что у меня в руках 2 насадки. И сама машинка. Посмотрите на машинку. Oh my! Весит всего лишь 200 грамм. Пушинка прямо. Давайте поговорим про машинку. У машинки роторный мотор, литий-ионный аккумулятор. Вот даже на коробочке вы можете видеть, везде обозначен, что литий-ионный аккумулятор. 90 минут он работает, но нигде не написано, сколько он заряжается. По своему опыту могу сказать, что примерно он будет заряжаться 120 минут. 5000 чистота строк, Т-образный ножевой блок, легкосъемный, очень легко снимается. Не забывайте, кстати, смазывать редукторное масло, потому что если вы не будете смазывать, скорее всего, вы поменяете вот этот пластмассовый часть, если, конечно, она отдельно продается. Потом ширина ножевого блока составляет 38 миллиметров, высота среза составляет 0,2 миллиметра, а также у нас есть индикаторы. Первый индикатор, когда загорится, когда первый индикатор полностью горит, это означает, что машинка на 100% заряжена. Здесь средняя зарядка. Если красным загорится чарджер, это означает, что машинку надо зарядить. Вот, у нас даже обозначение есть на книжке. Вот, вы можете стоп-катер нажать и прочитать. Да. Потом, хочу сказать, я сейчас перечислю 9 вариантов, альтернативу, что можно приобрести вместо этой машинки, если вам не устраивает. Машинка на сегодняшний день стоит 1710 гривен. Я сейчас буду артикула говорить, а на экране будут высвечиваться картинки. Если ты не можешь запомнить, ты, значит, покупай блокнот и записывай туда все. Погнали. Первый вариант AN32410. Второй вариант T31.GT900A. 89-10-20, потом 76-99-8-320, 15-90-2043, потом BAP FX-76-8E, 21-900, и два последних варианта VL-20-23S и VL-20-46S. Это Виллинс у нас, последние два варианта, это тоже новинки. Ребятушки, козлятушки, внимание, слушай. Если вы эти машинки какие-то хотите приобрести, опять же, ссылки все будут под видео. Переходите по ссылке и приобретайте машинки, а также обязательно не забудьте поставить... Значит, ты и ты! Лайк и подписка. Если вас что-то интересует, пишите комментарии, я вам с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Вот и все, вроде все. И вы должны подписаться обязательно, потому что если вы парикмахер, если вы барбер, вы всегда должны быть в курсе, что происходит вообще в индустрии парикмахерских инструментов. Так что я буду всегда записывать новые видео, чтобы вы были всегда в курсе. Так что всем пока, хорошего дня и побольше клиентов.